военному к вам, конечно, обращаться сейчас не буду, потому что в пиджаке. Вот, но тем не менее. Униформа, визуализация. Я не знаю, что вы военный. Вы не первые, кто идет, в том числе и с нашими и из других регионов, идет выполнять боевые задачи. От вас самих зависит качество выполнения этих задач. Мы с вами еще там встретимся. Папа! Я где? В ближайшее время буду там. Куда вы будете направлены, будет на контроле. Будет на контроле. Я вам хочу пожелать одного. Нам всем. Мы все достойные наследники своих отцов и дедов. И наши ребята, все, в принципе, не только соседи, но и другие России, которые там же с нами, выполняют свои задачи мужеством, отвагой и героем. Самое главное, берегите себя. И возвращайтесь с победой.